сторону Вологды. Еще нам 110 километров ехать. Пока еще в Шенкурском районе. Выехали, пока светло, в час дня. Дорога достаточно скользкая, температура 0, идет к минусу 1. Дороги, кстати, посыпают, только что проехала машина песком. Это уже хорошо. Как можно ездить, путешествовать и достопримечательности не смотреть? Я вот этого не понимаю. Не понимаю эту. По гостям только. Ну что, дома сидеть? Вот, чуть отъехали, уже видим, какой густой лес вокруг. Дорога длинная, прямая, хорошая. Красота. Так, по поводу check engine, да, вчера говорил, что у меня он исчез. Вот, сегодня только стронулся, и вот он опять появился. Снова с check engine. Никаких нареканий нету, просто горит кнопка. Не кнопка, а лампочка. Возможно, просто глюк в электронике. Так, до Вельска 100 километров нам ровно осталось. Погода самая плохая, которую можно только представить. Дождь со снегом. Температура, переходящая с нуля на минус 1. Еду с минимальной скоростью. 80 километров в час. Дальше едешь, дальше будешь. Типичную деревню небольшую, от которой уже ничего почти не осталось. Деревня, грубо говоря, 100 метров. Все, началась она, и все, и заканчивается. Тут разбитые дома. Все, закончилось. Сколько я тут проехал? 10 секунд. Ну, блин, какие тут красоты открываются, елки-палки. А людей нет. Деревня была Полыгина называется, так что имейте в виду, можно приобрести недвижимость. Так вот, смотрю на все эти богатства. Один лес чего стоит в Архангельской области. Архангельская область могла бы быть независимой. На одном лесе и алмазах вывезли бы. Жили бы лучше всех. Деревни. Сколько тут домов? 3 дома всего. Справа вообще ни одного. Там еще люди, по сути, по всему живут. Все заканчивается. Сейчас мы находимся, получается, на середине между Шенкурском и Вельском. Поворачиваем в сторону Вельска. Съезжаем с трассы М8. 10 километров до города. Гонять не надо. Так, это сейчас в первую деревню мы заехали. Перед Вельском называется Филяевская. Везде, кстати, как я помню, будет пропускной пункт, как прям в большом городе. Так, это у нас деревня Горка Муравьевск называется. Все типичное, ничего необычного пока не вижу. Где менты? Какие менты? Здесь уже виды откроются поинтереснее. Советским солдатам памятник.
сказать сразу на адрес. Дороги оставляют желать лучшего тоже здесь. Шангалы. Огни Вельска, кафе. Ну, вот, в принципе-то и центр города, я так полагаю. Никаких памятников архитектуры я не вижу. Слушай, здесь, по-моему, заезд где-то был раньше, если я не ошибаюсь. Не, навигатор неправильно покажет сейчас. Где-то раньше поворот будет, по-моему, даже здесь. Если мне не изменяет память. Ну чего, Полин, скажешь? Да, поедем дальше. А? Такие вот пироги. Приехали в Вельск, а тут смотреть-то нечего, кроме вот торговых центров. Вот отель, хотел «Жемчужина Севера». Здесь торговый центр. Все те же самые дома, как и у нас, пятиэтажки советских времен. Да. Дзержинского, улица Дзержинского. Это, я так полагаю, что тоже торговый центр. Очередной в Вельске. Спортивная площадка хоккейная. Все в центре. Вот центральный универмаг. Вот уже сверхкрутости этого города. Мы сейчас по односторонним, получается, едем. Нам не развернуться. Нам надо сейчас возвращаться на другую улицу. Ехать обратно. Цыгане. Гимназия. Здесь мама училась в свое время. Ну, только не в гимназии, не знаю, где еще. Но тут много. Да, в Вельске училась она. Так, налево уходим? Или куда? Да, налево уходим, наверное. Я так думаю. Там, по крайней мере, сможем развернуться. Ну, ничего, такой городок. Маленький, приятненький. Уютно. Даже из машины чувствуется этот уют. В общем-то, на этом и заканчивается наше путешествие по Вельску. Проехали, так, визуально посмотрели. Ничего нового не появилось за 5 лет. Поэтому поедем в гости кушать и отдыхать. В Вологде будет интереснее. Иди, иди, мой пряничек. Иди. Пойдемте игрушки, я тебе покажу, хочешь? Вот это встреча. Софья и Лиана. Звук какой издает у тебя единорог. Что это такое? Что-то незнакомый зверь какой-то. Такого мне еще не показывали. Заходила Соня, вышел зверь. Все, мама, защити от меня, от этого зверя. Вот самокат хочу тебе подарить. Увезешь, папа, скажи, папа, забери мне самокат, заберешь, чтобы он тут не валялся. Да, по-моему, я еще успею. Ну-ка, смотри. Я их просто снимаю, встречу тети с Юлианой. Да? Эй. Да. Когда еще такая встреча произойдет? Батька. Смотри, тогда у меня кто еще есть. Вот такая. Ой, она сегодня тут будет занята надолго, я чувствую, вот такой. Да, тут много добра. Маме пока хочешь. Хочешь кушать? Рис есть? Будешь с гуляшом? Пойдем. Ну, пойдем чай согреть. Я там пирог испекла. Трухлявый пень, что-то у меня какой-то сегодня. Ну, такой есть, что трухлявый, все правильно. Юлиана, ну как тебе в новом доме в гостях у тети Юли? Неплохо. Ну-ка, рассказывай. Молчит уже, хорошо. Ну вот мы в гостях в Вельске. Такой вот вид во двор открывается. Перед вами сарай. Видите, покосился так сильно. Таких, кстати говоря, не так уж много осталось. Двухэтажный сарай. Но по-другому его, наверное, можно еще назвать как ангар для хранения, ну, какого-то, возможно, инструмента, тех же овощей. Даже можно дрова хранить. Видно, даже кто-то заготавливает. То вот таких сараев осталось немного. У нас в Архангельске можно пересчитать, там, я не знаю, по пальцам. Все уже разобрали, некоторые сгорели.
остатки, так сказать, советских времен. Ну, короче, вот так вот в гостях отдыхаю. Нога. Ну, 150 километров проехал, даже не почувствовал. Сейчас дождемся пивасик, накатим, ляжем спать. И завтра продолжим уже путешествие до Вологды. Там посмотрим уже более тщательно город. Все достопримечательности проедем. Там есть такие места, как Софийский собор. Потом домик Петра Первого там останавливался. И также хочу заглянуть в домик, где останавливался Сталин. Вот, три этих места. Ну и может что-то еще будет. Ну, по крайней мере, по Википедии вот эти мне первые места выдало. Так что будем не проезжать мимо ни в коем случае. Посмотрим. Все, всем пока.